10 августа в нашей стране отмечается День физкультурника. При содействии Комитета по спорту и молодежной политике на стадионе «Красное знамя» состоялся грандиозный спортивный праздник. Этот праздник, завтра День строителя, а День физкультурника, он тоже строитель, но строитель человеческого тела, человеческих отношений, человеческого развития. Поэтому еще раз, с праздником всех! Ура! День физкультурника отмечается уже 85-й раз. Хочется сказать большое спасибо. Раменский городской округ – это самый спортивный округ Московской области. И мы с вами сделаем все возможное, чтобы это не просто были слова, но и действительно это было дело. От всей души поздравляю вас с этим праздником. Получите сегодня заряд эмоций солнечного света. Ну и просто будьте счастливы. Мероприятие на старейшем стадионе нашего города началось с общей разминки. Участие приняли в ней спортсмены школы Раменского округа. Провели ее Татьяна Юсова, наша гордость по легкой атлетике из спортшколы «Сатурн», и мастер спорта по легкой атлетике, член сборной команды России Вероника Архипова. Кстати, в этом празднике участие могут принимать не только спортсмены, а все, кто любит бегать, скандинавскую ходьбу, кататься на велосипеде, танцевать, в общем, не может без движения. Поэтому впервые пригласили на данный праздник участников активного долголетия. Чемпионка двукратная мира, шестое место на Олимпиаде в 92 году, победительница Кубка мира, игр в Сиэтле, добрая воля, раньше были игры в Питере, где и многократная чемпионка, и заслуженный еще тренер России. У нас мы подготовили 15 заслуженных мастеров спорта с мужем вместе. Я удивлена, как много людей собралось, как все красочно, красиво. Отлично подготовились ребята. И хорошо сделали спортивное долголетие. Даже старушек вы выгнали на улицу. То есть сидят они дома, общаться не с кем. А тут пришли, друг с другом пообщались, позанимались. А это для здоровья очень хорошо. Девиз праздника в этом году – спорт вокруг человека. Мы постоянно занимаемся, ходим в активное долголетие. Занимаемся гимнастикой, скандинавской ходьбой, ездим в поездки. Почетными грамотами и благодарственными письмами был отмечен труд спортсменов, тренеров, сотрудников спортивных организаций, внесших значительный вклад в развитие массового спорта в нашем округе. Во время праздника состоялись многочисленные мастер-классы от ведущих спортивных школ города, турниры по стритболу и пляжному волейболу, семейные спортивные викторины и много других событий.